Ребята, всем привет! С вами снова просто Миша, и сегодня у меня несколько необычный формат видео, потому что оно будет коротким. И причина всему этому то, что я подготовил вам на ближайшее будущее. В общем-то, сейчас у нас на дворе 5 часов утра. Я закончил делать видео, которое, можно сказать, откроет новую эпоху на моем канале. Я надеюсь, что вам это понравится. И вместе с этим видео я открываю свой сайт простомиша.ру. Как бы странно это ни звучало, в будущем вы узнаете, что там будет. Я советую уже заходить и читать, что там происходит. Но сегодняшний анонс посвящен вовсе не этой ситуации. То видео, которое я готовлю и почему сейчас 5 часов утра, это именно сайт. Вот то, что я расскажу вам о сайте и что там будет. А сегодняшняя тема это мой Телеграм. В общем-то, я создал две комнаты, скажем так. Первая это просто беседа, где вы сможете общаться. Знаете, есть беседы ВКонтакте, где можно, ну, поговорить друг с другом, там, где есть люди, где они могут общаться друг с другом, где есть чат. И я создал точно такую же штуку в Телеграме. Она называется просто чат, и снизу, а именно в описании под видео и в закрепленном комментарии, я оставлю вам ссылку на просто чат. В просто чате мы сможем общаться, там буду я, там будете вы. Вы туда заходите, там буду уже я, и мы сможем пообщаться вместе. То есть я буду общаться с вами, вы со мной, и вы друг между другом. В общем-то, я надеюсь, что сложится ламповая, уютная, прикольная, прекрасная, уютная, по-моему, уже говорил, атмосфера. Вот, и вам очень понравится. Вот, я надеюсь, что все будет здорово, и мы с вами сможем наладить общение, потому что многие на стримах часто меня просили, мол, Миша, создай группу, где мы сможем общаться вместе, где мы сможем контактировать, и, в общем, беседа подписчиков. Я это сделал. Надеюсь, что вам понравится. И вторая комната это просто канал. Просто канал это телеграм-канал, куда я буду выкладывать уникальный контент только для вас, для тех, кто есть на этом канале. То есть их не будет ни на Ютубе, ни ВКонтакте, ни на любой другой платформе. Этот уникальный контент, он будет только в Телеграме. Я буду выкладывать там вот эти вот кружочки, что там, ну, с каким-то уникальным контентом своей ситуации жизни, которых нету даже в шорцах. То есть вы понимаете, что в шорцах я всякие штуки из своей жизни выкладываю. И здесь будет нечто другое. То есть уникальный секретный контент, которого вы не увидите даже на Ютубе. Я надеюсь, что вам понравится. И это сблизит меня с вами, потому что вы будете знать, как я живу, потому что это будет новый контент про меня. И значит, больше секунд или минут видео от меня ежедневно. Что логично. В общем-то, опять-таки, ссылку на просто канал я оставлю в описании и на закрепленном комментарии. То есть в закрепленном комментарии и описании будет три ссылки. Это мой канал. Вот этот просто канал, просто чат, наша беседа с вами, а также мой сайт. Вот, опять-таки на сайт вы сможете зайти почитать, но сейчас там ведутся технические работы, и в ближайшее время будет анонсирована уже полная версия. Я надеюсь, что вам понравится. Так или иначе, как я говорил, сегодня у меня коротенькое видео, потому что я хочу немного отдохнуть. Я старался буквально всю ночь, потому что 4:58 на дворе. Надеюсь, что вам понравится. Надеюсь, что то, что будет посвящено этому сайту, просто миша.ру, вас порадует. Я вам советую туда заходить, читать. Там будет очень интересная информация в ближайшем будущем, которой вы сможете воспользоваться и
использовать ее для себя, что логично. Вот, а больше этого я рекомендую вам просто канал и просто чат, потому что это будут те точки соприкосновения меня с вами. В просто канале вы увидите эксклюзивную информацию, которая будет только там и нигде в другом месте. Так что я надеюсь, что вам понравится. И просто беседа, где я буду общаться с вами, и вы друг между другом. Это, я думаю, нас с вами сблизит. Я смогу узнать о ваших идеях, которые вы будете рассказывать. Может, какие-то игры, может, какие-то другие, иные идеи для видео и всякие подобные вещи, благодаря которым, в общем-то, нам будет интересно общаться. Я надеюсь только на лучшее. И в ближайшее время, во-первых, я займусь оформлением всех этих вещей. Плюс мне нужно заняться оформлением еще и группы ВКонтакте и, возможно, даже Яндекс.Дзена. Так или иначе, спасибо вам за просмотр. С вами был просто Миша. Мы с вами увидимся на следующих стримах и видео. Хук или Ник, ты просто лучший. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, как вам мой новый кругляшочек в просто чате. Вот. Ну, в общем-то, все. Всем пока.